«Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господеви, заступник мой сей, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчей, от словесе мятежно, плещма своему осенит тебя и под крыле Его надеешися, оружием обыдет тебя истина Его». Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоей о тысячи, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обачи очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангелом своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия, яко на мя упова и избавлю и, покрыю и, яко познай имя мое». «Воззовет ко мне и услышу Его, с Ним есмь в скорби, изму Его и прославлю Его, долготою дней исполню Его и явлю Ему спасение мое».